Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня со мной в Фоди. Привет. Сегодня снова серичка на Сири Радмира Ролиплей 4 Сирр. Напомню вам, чтобы вы не забывали вводить мой ник и мой промокод. Промокод вот такой вот КГейм. Как только вы отыграете 7 часов, вам дадут 50 тысяч. Поэтому юзайте, пользуйтесь. Ну а мы погнали, сегодня будем играть в бильярд. Итак, все, мы уже в бильярде, в принципе. Сейчас будем играть. Я еще ни разу здесь не был, поэтому погнали, пацаны. Так. Кстати, интерьер здесь довольно-таки крутой, я вам скажу. О, прям смотри, реально шарики уровне. Катают. Смотри, как шарики. Внутри шарики катают. Так, надо скриншотик. Пацаны смотри, тут играют. Так, давай с тобой сыграем как-то. Где тут рехаться или что надо? Посмотрю. Так, бильярд, управление, прицелиться, ЛКМ, зажать настройка, сила удара, прыжок, переключение вида камеры. F утереть ки мелом. Хм, окей. Так. Я готов, идем. Так, что тут нажимать? Как тут нажимать? Так, сколько играем? Ну, давай на 10 тысяч попробуем. Давай как тут играть, стоп? А, давай вот. На полто. Итак, смотри, нажимаешь правой кнопкой мыши на вот сюда, ну, зажимаешь. Ага, да, вижу, вот. Вижу. О, направление я понял, так. Да, только ты меняй положение, уйди оттуда. Вот так вот? Да, тебе нужно поменять направление, вот так вот встать и первому, типа, понял? Так я встал. Быстрей, отойди просто, а убеги как? Отсюда. Как? А, вот, я понял. Вот. И снова вот так вот поставь, да. Так, о, блин, не, ну это интересно, так, сила удара, блядь. Чуть попал. Так, давайте, не, ну это интересно, пацаны, это реально интересно. Да, друзья. Давайте РТ, короче. Блин, охрененная система, я тебе скажу, я такого еще нигде не видел. Блин, тоже. Тебе тоже не получилось, так. Да. Хм, давайте я попробую. Да, система реально годная. Есть. Блин. Один есть. Стоп, у тебя два вроде бы. Не, один, да, один. У тебя один. Блин, пацаны. Так, давай. Вот сюда вот иди. Стоп, прикол, что, пацаны, денег мало. Это я обратно, да? Да. Так. Пожалуйста. Блин, надо было сильнее бить. Сейчас просто будем... Не, пацаны, вот эта тема. Вот просто с вас на Лукаса, потому что такого я, честно, нигде не видел. Пожалуйста. И... О, закатился. И... Один или два? Один. Ой, я мелкий ем протру. Ой, ки мелом протру. Так, и поехали. Изи. А ты один только за этот. Да, один, так. Так, мне надо тебя как-то забить. Так, стоп. И... Давай. Пожалуйста. Пожалуйста. Ах изи. Ты, сучка. Вот так вот, друзья. Фэдди, Фэдди тебя говорят, Фэдди на тебя говорят. Фуди. Фуди, Фэдди. Бля, чё меня не узнают, блин? Я аж обидно стало. Фоди, как сейчас там, я мелком Фади, Фоди. Чики-брики, пальчик выкида. Вот именно. О, давай! Есть! Плюс один. Заебись, блин. Так. Пацаны, сейчас будет. Играть, так как он первый раз играет, я думаю, я лучше играю, так как я играл уже три раза. Ну да. Пожалуйста, сейчас. Нет, Киря. Киря, нет. Блин, давай. Твою дивизию, блин. Я думал, попаду. Русский не, ну это угарно, пацаны. Не, ну я первый раз играю, блин, чё вы? Нормально все, ебать. Мелком. Пожалуйста. Главное, да, это блин. Мелком работать, пацаны. Так, сейчас будет фирменная двоечка, пацаны. Сейчас еще мелком надо поработать. Бля, ну охуенно сделали, конечно. О. Я Зубенко Михаил Петрович. Надо сейчас ебануть прям знатно. Давай, давай, ну блин. Пожалуйста, Зубенко. Михаил. Так смешно, когда давай. Кей без твоих рук бьет, типа этот. Давай. Попал. Сука! Опачки, тапочки, девочки, ты гуляночки. Как раз попасть. Так, сейчас мелком, мелком, пацаны. Все дело в меле, па. Гопник играет в бильярд. Так, ага. Так, давай. И. Оля. Сука. Так, это надо именно белым шариком же, по идее, да? Да, да. Так, сейчас будет, пацаны, желтый залетит, смотрите, просто вангует. Не-не-не-не-не, пожалуйста, господи, не-не-не-не, пацаны, сейчас нет. Со всей силы как ебану, блять, и нихуя. О-хо-хо-хо-хо-хо, вот это уже хорошо. Пацаны, он играет первый раз и играет лучше, чем я. Так, давайте сейчас мелком поработаем, блять. Пиздец, Кирилл. Опачки. Так, сейчас будет у нас... Бля, куда бить, я не знаю. Давайте пожалуйста. Вот это. Опа. Не, нихера не получилось. Бля. Так, ну тут позиции уже неудобные, пацаны. Но, блин, какой... Я лидирую, пацаны. Я лидирую. Это хорошо. Ай, красавчик. Так. Такие.
Мелком, пацаны, все дело в меле. Я уверен. Так, сейчас. Нет, 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 нет. Ух. Так. Два шара ты можешь один раз сразу. Ща, мел, мел. Так, два шара, как учила. Да ну съебись. Как учила. Нет, пожалуйста. А я не попаду сейчас. Будь другом, будь другом, бро. Минус один, блядь. Она неудобно, блин, позиция была. А сейчас ты забьешь? Нет, нет, сука. Изи, друзья. Так, еще не конец, пацаны. Я должен его просто чпоки-чпоки. Ух, нихера себе, вот это было красиво. Уйди, это. Не, ну для первого раза, я думаю, неплохо, в принципе. Прикинь, давай. Это значит, не переебал. Сейчас точно попадешь еще раз. Ну, это было ожидаемо. Проеби уже, заебал. Сколько можно? А, кстати, вот позиция какая. Ну-ка уйди, Кирилл. А, что? Хрен тебе, хрен пожалуйста. Тебе. Опачки, тапочки, да, девочки, ребята, гуляночки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У Кирилла 4 очка. Бум, бум-бум-бум-бум-бум. Не попал я нихуя. Сука. Кирилл, ну ты даешь. Не, ну я первый раз играю, слышишь? А, лошара, блядь. Иди на. Бля, как тебя бить? Изи, друзья. Изи, полтос. Все мелик, да, как Кирилл говорил, все мелик. Да, все дело в меле, пацаны. Кстати. Давай, давай. Бля, есть! Вот это было, блядь! Вот это многоходовочка, блядь. Увидели? Учитесь просто. Что нечестно? Потому что это в текстурку упало. Нихера. Угу. Нихера. Бля, тут позиция неудобная. Как мне? Да, лифер. Бегаешь, типа меняешь. Блин, чтоб ты не успел. Бля, тут неудобная позиция, блин. О, другой разговор. Бля, пацаны, есть шанс, что мы проиграем. Давай, давай. Блядь, вот это было бы красиво, если бы он накатился бы. Ты не попадешь. Так, друзья, пожалуйста. Давай! Нет, скотина! Нет, 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 нет. Опачки. А, нет, я... Опачки. Вот это сейчас точно должен я забить. Так, мелок, мелок. Пацаны, пацаны будет, конечно, длинная серия, но зато покажем весь этот процесс. Классный. Так, я пойду сейчас промажу. Ну ладно, попробуем. Блядь. Ну уже, блин, два шарика вот этих, их трудно, блин. Счет у нас. Да. Мне надо их два шара забить, чтобы... Просто рандом, пацаны. А, их три. Три шара. Просто рандом. Минус очко. Минус очко? Да, нельзя белый, чтобы попадал. Так, ой, пацаны. О, сейчас позиция хорошая. Так, а ну. А ну, дядя. Пацаны, я буду реально дико расторгнут, если мы проебем. Е-бой. Плейбой. Е-бой, е-бой. Мелок. 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 И чё тут? Е-бой. Иди нахуй. Последний остался. Последний удар, пацаны. Бля, тут уже сложно будет попасть. Пацаны, просто. И еще одну игру сыграем, и все. Не, ну, ну я думаю, хватит для видоса, потом это очень долго. Ну да, давай. Так, пацаны, сейчас будет пизда. Давай, 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 давай. Блядь, ты видел почти. Видел, видел, видел. Так, давай, так, блядь. 50 тысяч на кону. О, нет! Так, мел на счастье. Почему, пацаны, когда я играю, всегда Кириллу помогает? Потому что... Да. Чекайте, друзья. Бум. Оу, е. Оу, е. Оу, да, оу, да, оу, е. Оу, е. Выебал тебя, хотя первый раз играю я. Ла-ла-ла-ла. Просто я красавчик, пацаны. Я думаю, это может заканчивать, потому что мы показали всю игру, видео на 30 минут, я думаю, никто не хочет смотреть, поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, приходите играть в бильярд. Возможно, мы тут будем частенько зависать, потому что реально это круто. Заходите на 4-й сервер, играйте вместе с нами, все ссылки в описании, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside. I was